В конце прошлого месяца Ксения Собчак спешно покинула страну. Журналистка пересекла границу Беларуси с Литвой, засветив тем самым свой новый израильский паспорт. Сначала все решили, что Ксения Собчак эмигрировала из страны, отправившись на ПМЖ в одну из европейских стран. Однако сенатор Людмила Нарусова рассказала о скором возвращении дочери. Сегодня ее слова подтвердились, журналистку заметили в Псковской области. Она пересекла границу через пункт пропуска Бурачки на границе с Латвией, говорят очевидцы. Сама же Людмила Борисовна отказалась подтверждать или опровергать новость о приезде Ксении. «Я слухи не комментирую», – заявила она. Напомним, что после отъезда Собчак в ее доме был проведен обыск. Также появилась информация, что телеведущую включили в список подозреваемых по делу о вымогательстве. Позже МВД отменило данное постановление.